Призы нашли своих героев. В Кировске подвели итоги первого этапа онлайн-конкурса «Горняцкий прорыв». Подарки уже вручают обладателям. Тем временем Кировский городской дворец культуры готовит очередную партию призов. Впереди второй этап викторины. Здравствуйте. Сюда горнячок принес сразу два приза. Один маме, другой выиграла дочка Ярослава. Она правильно назвала длину карьера – 12 километров. Помощь папы, гидрогеолога, в этом вопросе очень пригодилась. Фото на память о таком событии обязательно. Интересный интерактивный конкурс. Очень быстро, удобно, в онлайн-режиме. Главное вовремя успеть набрать правильный ответ, потому что люди очень быстро набирают правильные ответы. Но нам получилось и сразу двоим. А вот еще один победитель спешит на встречу с горнячком. Муж Эльвиры работает на Кировском руднике. Для них участие в мероприятиях и конкурсах, посвященных профессиональному горняцкому празднику, семейная традиция. Знали, что проходит игра викторина, вот, и тоже решила поучаствовать. Вопросы, игра проходила так стремительно, я не помню, какие были вопросы. Старалась быстрее отвечать, вот, и посчастливилась выиграть наушники. Ровно через неделю будет второй этап онлайн игры «Горняцкий прорыв» 28 числа 18:00. Призываю, приглашаю всех участвовать, получать призы, положительные эмоции, радоваться жизни. Участие в онлайн-викторине «Горняцкий прорыв» не требует особых знаний. Главное – зарегистрироваться в инстаграме Кировского дворца культуры и 28 августа в 18:00 быть наготове. За одну викторину можно выиграть не один, а несколько призов. Победителем становится тот, кто первый дал правильный ответ. Подробная информация об условиях конкурса на странице Кировского городского дворца культуры ВКонтакте.